Вот, тут нормальный экшен уже. Елки, они ж только что были на твердой земле. Как они тут оказались? Серьезные ребята. Да? А вот смотрите, кого я нашел. Ё-моё, Вован, это ты? Да. А где красная Нива? Меня подкупили. Да? Да. Сказали, будь сказали, пешеходом. Хватит, хватит. Хватит выигрывать. Выигрывать, да. Я думал, там закапывают твою Ниву экскаватором. Не, нормально. Так а где машины, слышишь? Вот это один участник, что я видел, да? А вот... Стревали, наверное. Так пошли искать их. Я пришел, участники исчезли. Где-то застряли, наверное. Тут круг такой большой, там горки есть, я помню, по прошлым годам. Тут есть сложные места местами. О, нашлись Нивы. Смотрите, какая красивая. Вообще сказка. Вот еще одна. Тоже красивая, но так красивее. Ха, столько Нив в одном месте. Кто-то там пробку, видно, создал, и они теперь все вместе. А, тут, видите, надо... Это тут Виллис заезжал в этом месте. Там бетонный блок. Сделали в противоположном. Ну, Нивы на любой вкус. Любого уровня подготовки. А вот серьезная! Это вообще жесткий парень. О, а это тоже «Хочу быть Нивой» называется. Ну, это круче, чем Нива, наверное, машина. О, мы тут сейчас всех и увидим. Надо пойти посмотреть, где же они там все собрались в одном месте. О, это... Бобровица, наверное, машина, судя по дизайну. О, тут еще Шевроле. О, это серьезные. Это серьезные ребята. Этих я знаю. Самурай очень боевой. 69-й какой красивый. Стеклоподъемники опущены. Ну все. Это как раз все тут собрались, да, я понял? Пока пробка была. О, красиво там как. Привет. Да, Вова, это ты? Я думал, ты в Танзании. Нет, депортировали 3 года назад. Да, кстати, ровно 3 года будет, да. Так, дубасят, это лайт. На время, наверное, надо спросить. Ну, а, второй круг это только, да? А там какое-то засадное место есть, да? Вот на этом повороте чувак слетел. Ого. В обратную. А, это все ждали и помогали. Ваня, привет. Сильно легко, да? Привет. Привет. Давай, давай лопату, сейчас мы поменяем траекторию, пока они там ездят. Ого, это серьезный. Какой-то заряжен на победу, да? Это лидер, наверное. Лидер с флагом. С флагом лидер? Да, первый, да. Черный. Так, сейчас организатор пришел. Да, вот тут хорошее место. Ваня, давай. Ваня, давай. Вова, отойди, Ваню не видно. Попробуем пешком сначала спуститься. Не, Ваня, забивай, не стесняйся. Я-то не стесняюсь. Да надо, чтобы экшен же был. Тут продолжается движение по трассе. Что, опять все растянулись или опять... О, УАЗ нашелся, слышь, его не было только что. А где, откуда он взялся? УАЗ есть. А вот участник, пешеход сегодня. На Киев куда? Туда, да, правильно. Прилуки влево потом уйдешь. Вот вода, да. Хорошие места, да? Тебе нравится или нет? Слышишь, сколько денег закопано, да, брошено? Просто. Ничего, сейчас он отроет, видишь, там роет. Сейчас... А, то экскаватор. Откапывают деньги? Да. К
Как-то тихо так. Опять где-то все потерялись, слышишь? Пошли по трассе, в общем, искать участников. Наверное, где-то есть сложные места. Или это круг через бровары идет, непонятно. Нашли. Ого, какая Нива. Смотри, какая модная. Мы ее даже не видели. Что какие-то участники появляются все время. А, это спасает кого-то, да? Ого! Вот это заряженная машина. Так, тут, я понял, какое-то сложное место, все собрались. Дизельный УАЗ. Мы его когда-то в Нескучном. Мы когда-то в Нескучном его снимали. Он утонул. Я его узнал. Ого, что это? А что это за соревнование? Я не могу понять. Кого УАЗом быстрее вытащат, да? Что-то. Не, он сама заехала. Просто диски надо зеленым покрасить и будет заезжать. Серьезные ребята. О, нормально. Давай, давай, перемещайся. Что ты на одном месте стоишь? Я? Ну да. Привет, я тебя снимаю. Нафиг тебе Нивы, давай. Привет. Нет, Вован, друг мой. А я думал, тебя нету. Так, пошел экшен. Так, пошел экшен. Ну, резину надо поменять, и он заедет. Наоборот, тут на шоссейке залетает, да? Там копает. Как раз экшен. Ты нормально. А Ваня говорит, что-то очень легко. Я говорю, давай лопату сейчас починим. Трассу. Сейчас отец Павло, может, с лопатой приедет. А вот еще ж тут. А, ну тут, наверное, сложно будет. Вот и экшен нашел. Ух, как красиво зашел. Тут главное дорогу найти просто. Ё-моё. А этот бешеный заедет где хочешь. Все, посмотрел дорогу человек. Блокировка, наверное, не включена. Да не, ну это... Да, это... Это Нива только японская. А ну, советская. Тоже может в стоке, кстати, в полном. Давай, давай, красавчик, ура! Ух ты, блин! Тут серьезная машина. Все, самурай. Ну, прокатали траекторию. Вот это с белой церкви с опущенными стеклоподъемниками приехал? Да? Так я же говорю, стеклоподъемники опустил и приехал, да? Да, всю дорогу ведро чая выпили. Да? Да. Ну это жестко. А что там за мотор? Да. Все. Ну а что ты еще? Белая церковь, и это Белая церковь поехала. Там БМВ-шный мотор, да? Да, мерсовский. А, мерсовский. А он когда-то с Беховским был. Может, то не он, но похож. Помирали такой уже с сигареткой, с зубами. А там был серьезный бампер, он где? Я все ждал, что он тут сзади бампер. Кстати, а где-то был, тут не был. Да. Пошли. Ох, елки! А не, ну у вас это серьезный внедор. Ты видел, что он делает? Пошли искать экшен дальше. Ну, идем по трассе.
как-то лент мало, да? Как они дорогу находят? Кто-то едет, да? Серьезно, тихие, да? Стоковая Нива. Скоростной такой участок, можно навалить, как-то скромно едут. Вот это шлюха в прошлом году, а там подпрыгивала так, что лобовое вылетело. Это она разве? Да, это она. Да, этих маньяков я знаю. Это страшные люди. Так, сказали, есть Субару. Есть Субару. Что-то еще там. Самурай — уникальный автомобиль. Нива тоже пропускает, смотрите, как красиво, молодец. Это идет на победу, видно. Так, а что это за белая Нива? Какая-то знакомая белая Нива. У вас что-то, ёханый бабай, сколько звуков страшных. Так, ГАЗ-69, сказали, с белой церкви, с УАЗовским мотором. Красиво идет ему синий цвет. Напишите, идет ему синий цвет или нет. 69А, кстати, это такой тент у него импровизированный. Длинную трассу сделали, ого, вон куда она идет. Такой четкий карьер тут, да? Почти смытый. А, спасают Нивы. Диагоналка. Характерный запах, да. Я думаю, в будущем камеры будут передавать запах, да, Макс? Мы пока еще... Ну, это где-то в 22 веке, нам будет сложно это заставить. Если уже сейчас фонарики могут передавать фото и видео, то... Ну да. А где трасса, пацаны? Мы на трассе, не? Да? Да, запах сцепления характерный. А чё ты прямо его не вытащишь? Так так тоже не очень хорошо. Хотя бы колеса. Давай, по чуть-чуть. По чуть-чуть давай. Есть. Советский автопром. Самый сильный. Что там? Говорят, вы с белой церкви приехали с опущенными стеклоподъемниками, да? Да. Ну, в принципе, мы и подальше ездили в таком состоянии. Ну, вы жесткие. Что там, все УАЗовское? Да? Да. Все, практически стандарт. Хорошо работает. Ого, красная кожа или что это? Не, этот красный, как его? Алькантара, да? Да. Не, нормальный аппарат. Нормальный аппарат. Так а чё вы не едете? Попробуй сейчас травить. А, спуститься? Попробуй сейчас травить. О, это копия Богера, да? Да. 245-я, которая, нет? Да. Шины, да? Да. Это мне такую на залупазлик человек прислал. 16-я, да, они? Да. Прислал. Там хорошая цена, говорит. Бери, не ошибешься. Да, надо спускать. Что, не спустить, не спускались, да, или? Да, спустила, она что-то такая резина, что... Ее надо вообще в ноль, наверное, травить. Ну, в ноль она и отпадет. Потому что резина не травится. Ее сильно не спускай. Просто наварка. Да. Вот клеивается от протектора. Да не, я издеваюсь много лет, наварка не отклеилась еще. Машины опять исчезли. Где-то, видно, опять сложное место появилось. И они там все. Вот интересный участник для лайта. Это у вас уже два раза нарезал. Боевая машина. Там с детьми спокойно идут.
Да, все хорошо в этой трассе, только она очень длинная. Надо человек 20, чтобы снять все. Чтобы были камеры по периметру стояли в интересных местах. Ну, я думаю, хард будет пожестче, да? Вы в харде? Да едь в харде. Тебе надо уже раздатку ставить и это. И передний редуктор. Лишнее, да, утяжелять. Дорабатывать тем, что завод до этого автомобиля выпустил. Я понял тебя. Так, ну тепло на самом деле, уже прошлись. Хорошо. Такие елочки красивые. Ну классные места. Тут и природа, и бетон, и песочек накопали. Такие карьеры. Вон, смотрите, есть вода. Смотри, какая яма хорошая. А вот и УАЗ. А, приваня копали. Ну, у вас серьезные тут. Да, запчасти. С разных? Да не, одна. Не, одно, да оно поломано мелко, просто порезано. Ну, тут такое место. Не очень сложное. Вот все приехали. Где-то они все? Кто-то их собирает периодически в кучу. Кто не очень быстрый и не очень проходимый. Вот Серега. Витара. Вот и лидер идет, наверное, судя по тому, как нарезает круги. Сток. Даже сток едет. Он просто едет и все. Не, на все бабки не все дубасят. Тут он решетка новая. А где я вас видел? Мужчина, мужчина! Где я его видел? Не помню. Не помнишь, где его мог видеть? А, на оффроуде, наверное. Неизвестный. Человек совсем неизвестный. Человек, да. Новый в оффроуде. Второй день.